Доброе утро, дорогие друзья! Вы, наверное, кто меня давно смотрит, поняли, что я большая любительница эзотерики. И поэтому сегодня я вам хочу просто почитать о том, как очищать и заряжать талисман. Кому интересно, оставайтесь со мной. О талисманах. Талисман принесет большую пользу, если он изготовлен самостоятельно и только из натуральных материалов. В противном случае над ним нужно провести очистительный обряд и лишь после этого заряжать чистой энергетикой. Очищение проводят при помощи традиционных средств огня, земли, воды и воздуха. Как очистить талисман огнем? Приготовьте новую свечу белого цвета, зажгите пламя и пронесите амулет сквозь него. После очищения амулета свечу нужно выбросить. Кроме всего, в солнечный день, когда на небе нет облаков, вы можете поставить амулет для очищения под лучами солнца. Как очистить талисман землей? Прикопайте амулет сухой землей и пусть он побудет там всю ночь. Можете также просто оставить амулет на земле до утра. Очищение будет более сильным, если обложить его камнями. Еще один способ – положить амулет в соль на сутки. После использования соль нужно выбросить. Как очистить талисман воздухом? Повернитесь лицом на восток. Поднимите талисман кверху, насколько можно выше. Некоторое время постойте. Затем повернитесь в другие стороны горизонта, проговаривая слова ритуала. Итак, чтобы талисман был рабочим, его нужно активировать, настроить на собственную энергетику. Держите амулет в руках, разговаривайте с ним, шепните ему о том, чего вы от него ожидаете. Ощутите энергетику и вибрацию магического предмета. Послушайте свое внутреннее состояние, которое появляется в ответ на соприкосновение с вещью. Поразмыслите о своих желаниях. Вообразите себе, что ваши желания уже исполнены. Держите талисман на левой ладони, прикройте его правой. Пусть ваш амулет получит заряд от ваших ладоней из энергетических точек, расположенных по центру. Испытывайте по отношению к амулету уважение и любовь. Говорите с ним каждый день и благодарите за помощь. На сегодня все. Кому понравилось, ставим лайк. Пока-пока, мои дорогие.